Друзья, всем приветики. Всем привет. Сегодняшняя наша тема – это плюсы и минусы жизни в Армении. Давайте начнем с первого и самого основного, и лично для меня главного плюса на данный момент, что в Армении очень безопасно. Да, страна с очень низким уровнем преступности, страна с очень благоприятным, просто безумно дружелюбным социальным климатом, если можно так выразиться. То есть эта страна просто безумно приветливых и очень добрых, таких реально классных людей. То есть у меня даже бывало, то есть это не на личном опыте, допустим, вот один мой друг рассказывал, что они когда приезжали в Ереван, были там летом, условно говоря, потерялись, у них там телефоны у всех сели, а им надо было там добраться до места какого-то, да? Они спросили у прохожего, типа, не подскажете, как пройти туда-то, туда-то? Он сказал, пойдем, я вас доведу сейчас. Пошел, довел, 15 минут потратил, довел и вообще все показал. То есть, в принципе, реально это очень крутая и реально дружелюбная нация армянская. Поэтому, в общем, ну да, это в первую очередь идет, мне кажется, от дружелюбности и от вообще менталитета, канонов семьи, да, то есть нельзя встретить там какого-нибудь одинокого опасного человека в центре города, вот, которая зачастую, ну, бывает в больших городах, потому что очень в Армении развита вот этот институт семьи, да, как говорится, что можно каждый сказать, человек конечно закреплен за семьей, там у него есть дети, жена, ему просто, у него нет времени, возможности и сил на что-то другое, там, напиться и пойти там сделать что-то не очень хорошее. Но, конечно, везде это бывает, но в Армении очень низкая преступность, я это знаю не понаслышке, потому что я и в 2014 году была в Ереване, и в 2017 году у меня там сестра училась в Славянском университете, российско-армянском. И я к ней приезжала обычно там на месяц погостить, повеселиться, посетить крутые интересные места, например, тот же Канталуп, Калумет, в то время был Аптаун, не знаю, знаете вы эти места или нет, некоторые сохранились, Аптаун, к сожалению, нет, там сейчас другое заведение. И мы ходили, да, мы ходили на вечеринки, и это было просто максимально безопасно, никогда ничего просто ни в самих заведениях не было, то есть везде уважительное отношение кури-кури, как к сестре. Никто себе ничего лишнего не позволял, и также за пределами этих заведений ты шел домой, и ты понимал, что ничего с тобой не может случиться. Да даже, в принципе, вот еще я сейчас вспомнил из нашей ноябрьской поездки, да, историю о том, как мы пауэрбанк на зарядку поставили. Да. Я поставил пауэрбанк заряжаться. Где это было? Как это место называлось? Гранд Кенди Пончиканоц. Пончиканоц, да. Вот мы там оставили, я сейчас случайно оставил там пауэрбанк в розетке. Вспомнил об этом через полтора часа. Да. Через два часа мы туда вернулись. Он также стоял в этой розетке. То есть, в общем, да, людям чужого не надо. И это очень здравый и приятный подход к жизни. Следующее – это пункты, которые будут очень полезны для релокантов, потому что все сейчас ищут себе какое-то пристанище, какое-то место, где они могут развиваться. И Армения предоставляет просто огромный ряд, огромное количество офигенных плюсов. Первый из которых – это безвизовый режим, и можно въехать в страну по русскому внутреннему паспорту. Да, это как бы, блин, это очень круто. Для тех, потому что я знаю очень многих людей, которые там живут полной жизнью, но они никогда не задумывались делать загранпаспорт, они типа отдыхали там на Черном море и так далее, они никогда об этом не думали, и когда настал момент, что надо ехать куда-то, собственно, это явилось таким супер спасением. Но многие вообще не отдыхали. Такое, да, тоже есть. Ну да, к сожалению. Вот, то есть безвизовый режим с внутренним паспортом, плюс можно пребывать в стране 180 дней, это полгода, что тоже очень круто, потому что в том же Казахстане у нас 90 дней, там где-то в Таиланде 45, нужно куда-то дальше идти, бежать, искать, а тут можно просто полгода себе спокойно жить, и я думаю, что все влюбятся и не захотят после этого даже куда-то дальше ехать. Еще следующий плюс для релокантов – то, что в Армении, я думаю, 95% говорят по-русски, причем совершенно спокойно, хорошо, прям владеют разговорным русским языком, вас поймут в магазине, в супермаркете, где угодно. То есть у меня на автомате все-таки русский язык.
И я иногда забывала переключаться, хотя я владею армянским, и меня абсолютно все понимали, и я себя чувствовала абсолютно комфортно. Ну, еще из того, что приятно для всех релокантов из России, это то, что там работает карта МИР. Да, да. Мы, конечно, читали до приезда, что типа может не работать, потому что во многих местах он реально не работает, эта карта. Но в свой приезд мы лично убедились в том, что карта работает. Мы оплачивали и в кафе, и в торговых центрах, и в Заре, и вообще везде. И еще очень хороший плюс, я сейчас статистические данные не смогу назвать, но я знаю, что очень многие бизнесы переезжают именно туда, потому что там очень низкий налог и, ну, то бишь, очень выгодно перевозить бизнес. Тот же Яндекс, большое количество сотрудников. У меня однокурсница моя вместе с мужем, он работает в Яндекс, они прям, огромный штат сотрудников переехал в Армению. Я даже слышала, что штаб-квартиру готовятся или открыли, или собираются открыть. Ну, то есть IT-сфера сейчас очень в Армении успешно прогрессирует, там очень много разных школ, и многие именно IT-бизнесы переезжают в Армению, потому что там очень классные условия. Хорошо. Можно я начну со своего любимого плюса, как у фаната фильма «Мимино»? Я могу сказать, что герой Фрунзика Мкрчана, он же Рубен Хачикян, водитель, не врал, что в Армении самая чистая в мире вода. Угу. Вода там такая, что ее реально можно пить из крана, как будто это минералка просто вообще божественная, прекрасная и очень, очень вкусная, мягкая, приятная и чистая. Да, и плюс по городу расставлены фонтанчики, пульпулаки, вы можете пульпулак, в любой момент... Пульпулак, вспомнить, как это слово, пульпулак. Да, утолить жажду, и то, что вода чистая, это не только, что ты, типа, там, не тратишься на покупную воду или на фильтры, даже когда просто принимать душ, умываться. Еда, тоже, мне кажется, каждый знает, что там очень вкусно, сытно. И недорого, да. В принципе, в кафе, в ресторанах... всегда это будет ниже, бюджетнее, чем в той же Москве, мне кажется. Ну, это конечно. Да, порции гигантские, сытные. Плюс в Армении рынки, тоже это все очень развито. Есть общественные рынки большие, которых сейчас в Москве, к сожалению, уже, по-моему, не осталось, где вы можете купить натуральные, классные, вкусные, сочные фрукты, сухофрукты. Я это все обожаю, и это прям, можно прям подтянуть свой иммунитет, здоровье на максималке. Да. Ты двигаешь к себе микрофон. Да, я хочу подвинуть к себе, да, чтобы сказать о важном, о важном для себя, как для эстета, как для человека искусства. Безусловно, Армения – это страна просто выдающейся архитектуры, совершенно уникальной и имеющей очень яркую собственную индивидуальность. В первую очередь, это за счет того, что огромное количество городских построек, зданий сделаны из туфа в Ереване. Это камень такого характерного, как бы назвать этот цвет? Розово-золотой. Такой розово-пурпурно-золотой цвет, да, сложно его описать, но, в общем, он разных оттенков. Если вы его увидите, то вы ни с чем не спутаете. Да, да, исторический центр, вообще, если можно так его назвать, Армению, его вообще не спутать ни с чем, то есть он сделан в уникальном стиле, который можно встретить только там. И я безумно рада, что это все сохранилось до наших времен, что мы это все можем видеть. Вот я просто очень жду теплые времена, чтобы поехать на все исторические места, на которых я пока еще не была, к сожалению, но очень хотим увидеть как раз вместе. У нас даже есть некоторые интересные планы. Это спеть в храмах армянские народные песни, может, церковные. Вот, так что всем рекомендуем просто даже в туристических целях посетить Ереван, потому что это такая красота, которую вы нигде не увидите. Это безумно красиво, и не знаю, я прям с каждым разом влюбляюсь все сильнее и сильнее. Вот. И плюс в Армении всегда солнечно. Мне кажется, сколько у нас, 365 дней, да, в году, из них 360 точно в Армении будет солнечно. И это так выигрышно смотрится на нашем туфе, вот именно, когда солнечные лучи, да, падают свет, на вот этот золотой камень, золотисто-розовый, в разных он оттенках. Это смотрится просто потрясающе. И прям все так удачно сложилось, что солнечный город и вот такой вот у него цвет розовый. Его еще розовой столицей как-то так называли раньше, я помню. Интересно. Вот, то есть в Армении действительно очень много туристических классных мест, которые, может быть, пока не так разрекламированы,
но они действительно есть, и они стоят того, чтобы их посетить, потому что они безумно богаты историей. Многовековые, много тысяч лет, и для тех, кто интересуется историей и хочет познать, прям увидеть своими глазами воочию ту истину, то, что было там 4000 лет назад, вот ему стоит поехать в Армению и увидеть, может, даже и прикоснуться. Ну да, Армения вообще полна очень такого, в этом плане, каких-то совершенно уникальных вещей, то есть, как, скажем, храм в Гегарде, можете себе представить, да, храм 4 века, сделанный из... одного... из цельного, mm-hmm. из одного цельного камня. Да. То есть это ваяние уровня какого-то просто совершенно запредельного, и, в общем, сложно найти мне лично в своей памяти что-то аналогичное, потому что все знаменитые, так или иначе, соборы, естественно, строились не из цельного куска одного и просто с последующим вытачиванием целого здания. А ну, тут это просто совершенно уникальное место. Чтобы сильно видео не растягивать, мы сейчас примерно сказали то, что нас так покорило. В Армении есть минусы, как и абсолютно в любой стране. Вот. Некоторые минусы вызваны временем, вот, ситуацией, вот. А некоторые, к сожалению... Ну, в общем, я вам сейчас расскажу. Идиотизмом всяких нехороших людей. Идиотизмом, да, нехороших людей. Первый минус мы выявили для себя. Его раньше не было, но он вызван временем. Это недвижимость, которая стала существенно безумно дороже. Что как бы вызвано, естественно, обычные рыночные законы, правила, есть спрос. Есть спрос, мало предложений, цена растет. Это так устроено. Спрос растет, потому что въехало сколько? 1100 человек въехало в Армению? 100 тысяч, а это еще на какие-то, по каким-то не очень новым данным. Сейчас, мне кажется, намного даже больше. Вот. И да, вариантов немного. Мы сами смотрели. У нас как бы есть дом в Армении, но там живут люди. И, естественно, мы, приехав на не очень долгое время, искали разные варианты. Вариантов немного, они дорогие. И, ну, я думаю, что еще немного вариантов вызвано тем, что очень много вариантов занято. И так как было несколько волн того, как люди покидали, да, одну страну и приезжали в другую, соответственно, многие прям крутые варианты, я думаю, что были просто заняты еще в марте, в феврале прошлого года. Вот. И пока мы такие приехали, естественно, что хорошие варианты уже были заняты, а то, что осталось, уже по достаточно высокой цене. Следующий минус, который мы выявили, это общественный транспорт. Мы, конечно, в Армении такси есть, Яндекс работает прекрасно, но иногда мы пользовались не Яндексом, мы пользовались общественным транспортом, и он, к сожалению, всегда был набит, то есть мало машин на большое количество людей. Да, то есть на него очень высокий спрос, да, который в первую очередь обусловлен, конечно, наверное, его главным плюсом, его главный плюс — это то, что он очень дешевый. Да. То есть, как мне сказал мой друг, что в Ереване 100 драм стоит по городу проезд на автобусе с 91-го года. Да, то есть цена не меняется уже больше 30 лет. 100 драм – это... 15 рублей. Да, общественный транспорт, он дешевый, но он наземный, по крайней мере, он прям битком. В метро мы не спускались, но думаю, что в метро должно быть не такой большой поток людей, вот, потому что... Расстояния такие большие, легче. Наверное, потому что метрополитен сам по себе не очень большой, да? Да, метро не сильно большое, да. Тут суть в том, что именно как раз вот эта потребность соединения города с его соседними малыми городами, да, она высокая. Потому что, естественно, огромное количество людей живет в Обувяне, в Эчмиадзине или где-то, а учатся или работают в Ереване, в центре. Соответственно, у них большая потребность в том, чтобы ехать. В общем, конечно... автобусный парк было бы неплохо расширить, но это, что называется, да, любители. Так или иначе, хорошо, что он есть. Потому что, и он в хорошем, в принципе, потому состоянии. Потому что состояние его нормальное. То есть проблема просто в том, наверное, что машин мало. Да. Вот еще один, наверное, момент такой отрицательный, который меня лично просто очень сильно удивил. Это, конечно, отсутствие в Армении центрального отопления. Но тут стоит сказать, наверное, о чем? Тут стоит сказать о том, что это непривычно, в первую очередь, там мне, да, как человеку, который вырос в России. И это, то есть у нас это считается чем-то само собой разумеющимся. Но, в принципе,
Если посмотреть и узнать, то в огромном количестве стран этого тоже нет, потому что просто это не рентабельно, это излишние затраты, и, в общем, содержать центральное отопление иной раз гораздо более, мне кажется, затратно, чем, условно говоря, создать людям условия для жизни, чтобы они могли себе обеспечивать это сами. Да. Потому что в огромном количестве развитых стран, по-настоящему развитых стран, его нет, как, например, там, в Германии, в Италии, где еще мы смотрели. В Китае, во многих странах его нет, и сейчас это даже вызвано каким-то условием комфорта. То есть человек, исходя из того, какая ему температура нравится, сам настраивает там теплоту своих полов, да, или как сказать. Ну, да, пол, там, батареи, если батареи. То есть в Армении, как и в Европе, такая система, что каждый устанавливает для себя свою температуру. То есть у меня есть подружки, которые зимой в минус 20 спят с открытым балконом, потому что им очень жарко. Это в Москве. А есть люди мерзливые, такие как мы, допустим, да. Но даже у нас сейчас в Казахстане очень сильно топят, и просто окно открыто постоянно, потому что настолько мне жарко. Если бы можно было приспустить, я бы это с большой радостью сделала, но такой возможности нет. А в Армении как бы более такой как будто современный взгляд, то есть каждый для себя выбирает свою температуру, но минус может быть в том, что это, к сожалению, дорого. Да, за это приходится доплачивать. Это дорого, это, возможно, дороже, чем в России, но если ты, в принципе, хорошо зарабатываешь, то это своего рода не проблема. Есть много разных видов отопления. Это газовая вот эта система Бакси, это электронная, электрическая, да, это там кондиционеры, да, полы и так далее. А полы, то есть каждый выбирает для себя. Скажем о последнем пункте, который затрагивает как бы своего рода безопасность страны, которая, если посмотреть на общество, на Ереван, оно не сильно отражается. Люди эту проблему как будто научились с ней жить. Вы, наверное, догадываетесь, что я имею в виду. Это, к сожалению, то, как нам не повезло с нашими соседями прямыми. Вот, это тоже такой небольшой минус непосредственно для страны, такой горький минус, который просто постоянно держит армянский народ в таком грустном состоянии, потому что постоянно вот мы переживаем. Я знаю, что блокада еще не кончилась, которую сделали, организовали переговоры активисты. Переговоры все идут, а экологи еще блокируют единственный это путь просто, сообщения Арцаха просто, с Арменией. Да, уму непостижимо, вот этот ужас. Мы очень надеемся, что будут какие-то переговоры, и людям восстановят их сообщение со столицей, с городом, возможность там покупать продукты и так далее, да, чтобы привозилось все. Вот. Так что вот такой вот минус, к сожалению, это конфликт с Азербайджаном, который уже тянется много-много лет, и который все-таки влияет на безопасность в целом государства. Вот. Ну, на ощущение, на это, на психологическую такую вот атмосферу может влиять, потому что многих жителей это затрагивает, там родственные связи, у многих уже и люди погибли в 2020 году во время пика конфликта. Да. Поэтому. Так что я надеюсь, что в ближайшее время все восстановится, что в 2023 году будет мирное небо над Арцахом, над Арменией, и наши соседи будут вести себя культурнее все-таки, да, не так, как они привыкли. Вот. Такие вот у нас получились плюсы-минусы. Не ожидал, что мы будем говорить так долго. У нас достаточно насыщенный разговор. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вам было интересно, да. Да, пишите в комментариях, какие вы для себя выявили плюсы и минусы, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Понравилось ли вам наше видео? Мы старались. Вот. Да. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно пишите в комментариях, если вы досмотрели это видео до конца. Обязательно прожмите лайк. Да. Если вы еще до сих пор не подписаны на канал, то подпишитесь. Да. Если вы подписаны, то прямо под этим роликом отпишитесь и подпишитесь еще раз, потому что от этого алгоритмы YouTube просто сходят с ума. Если они видят, что под роликом люди подписываются, они начинают его выдавать всем. Поэтому, в общем, распространяйте среди жильцов вашего ЖЭКа и всячески оставайтесь с нами. Всех любим, целуем, обнимаем. Пока. До скорых встреч.